Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих трех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен. Всех, собственно, я приветствую. И да, не надо писать мне про прическу, в следующих видосах, наверное, будет исправлено. Ну, чуть попозже разберемся, так сказать, с ней. Поэтому не надо по поводу прически что-то писать. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео YouTube не пропускает. Поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходите на Дзен и смотрите, собственно, на нем. Перед началом ролика хочу вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте, как обычно, проходит замечательный и красивый конкурс на вот такой вот скин из CS2. Собственно, ничего с вас не требуется, никаких денег, все бесплатно, все халявно. Никуда там регистрироваться не надо и так далее, никаких условий, только ВКонтакте страничку иметь. ВКонтакте, сами понимаете, что это такое. Разыгрываем вот такой вот красивенький глок, 100-трековский причем, глок 18, ласка. Цена в стиме 137 рублей, 130, 140, где-то так. Плюс красивая наклеечка. Как раз таки клеится она вроде как на голову этой ласки. Ну, я в игре, конечно, не рассматривал данный скин. Скорее всего, так оно и есть. Довольно-таки популярная темка. Клеить наклейку на голову какого-то там, я не знаю, животного, если на скине есть, или еще чего-то подобное. Собственно, народу участвует мало, шансы у вас выиграть очень большие. Всем желаю удачи и приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. Собственно, в этом видеоролике сделаем обзорчик на еще одни жгучие чипсы от бренда Fry's. Новиночка, новинка. Точнее говоря, редизайн. Ну, 50% редизайн, 50%, грубо говоря, новинка. Ну, чего-то нового добавили, чего-то просто редизайнули и все, со старого вкуса. Собственно, hot and spicy, горячий и жгучий. Жгучий васаби у нас. Васаби — это вроде как соус японский, китайский. Васаби что это? Да, это соус японский. Японский соус. Васаби — это вообще растение, кстати. В общем-то. Так, отвлекся. Продолжаем. Собственно. Остренькие чипсы, очень-очень острые, если брать в расчет, что я чипсы эти пробовал уже. Где-то они должны быть, эти чипсы Fry's. Сейчас даже покажу обзорчик, у меня был обзорчик. Я помню, еще в Перекрестке эти чипсы покупал. Это была просто лютейшая жесть. Или подожди, или я что-то путаю. Не, васаби же было вроде, нет? Блин, или не было? Чё за фигня? Походу не было. Тс, странно. У меня почему-то в голове, я помню, как будто было. Обзор на этот Fry's. Тс, офигеть. Реально не было. Очень странно, ладно. Я понял. Странная фигня. В общем-то, получается, что... буду делать первый раз обзор на эти чипсы. Эти... чипсы жгучие васаби. Так, ну надеюсь, сейчас я смогу нормально продолжить свое видео. В общем-то, вкуса такого у меня не было на обзорчике. Получается, будет в первый раз. Очень острые чипсы, скорее всего. Потому что пробовал я от других брендов данный вкус. Это была жесть. Посмотрим сейчас от Fry's. Если судить по другим вкусам этого бренда, то приправ они здесь не жалеют вообще. Поэтому, скорее всего, будет жесть.
Скорее всего, я опять одну доем и брошу, но посмотрим. На канале, потому что были уже обзоры, была лютейшая жесть. Так, и 100% натурального картофеля, степень остроты оценивается в 4 огонька из 5. Не особо острый, значит, у них есть что-то острее. Мне даже интересно, кстати, что у них есть острее. Подожди-ка, случаем это не этот? А вот они, да, старые упаковки. Мне интересно, а что у них есть острее? Огненный чили у них менее острее. Злая горчица тоже на 4 огонька. Чили на 3 огонька. А чё у них-то острее? У них, получается, нет на 5 огоньков чего-то. Ну, именно по остроте. Ну, ладно. Я думал, у них прям типа 4 огонька и там 5, например. Есть что-то. Покупал в магазине без названия. По поводу цены не помню. Что-то там 70-80 рублей вроде как. Магазин без названия. Что-то типа супермаркет. Магазин у дома. Что-то типа того, короче. 70 грамм. Так. Тут вот такое вот как раз таки растение нарисовано, васаби. Из этого растения васаби как раз этот соус и делают. На канале также есть обзоры на другие чипсы эти фрайс, которые новые как раз таки вот новинка. Если кому интересно, заходите, смотрите. Так, тут опять же у нас такой комик, скажем так. Туши мой огонь, прекрасная картошка, туши от души. Это жгучее хоку. Это жгучее... Это жгучее хочу. Хочу прайс васаби. Что-то типа того. Прайс васаби это типа отсылка на чипсы. Прайс просто с английского языка жареный. Хочу жареный васаби, типа того, судя по всему. Так, ну ладно, давайте, в принципе, брендом этим владеть. Черноголовка, если что. Вот туда зайдет сайт. Черноголовка. Ну и, собственно, давайте пробовать. Заценивать, так сказать, по остроте эти чипсы. О, я уже чувствую, от них прям несет этой остротой. Ну, он сам по себе, этот запах, он такой острый. Но они прям зеленым покрыты этим васаби. Зеленый. Зеленая это приправка. Где там моя газировка? Не. Если есть потихоньку, это, в принципе, возможно. У меня тут холодная газировочка, еще Калинов остался. Если кушать это потихонечку, это оно, то, в принципе, неплохо. По остроте реальная жуть. Чуть острее, наверное, горчицы. Вкуса горчицы. Но жарит от души. Прям не жалеет, так сказать. Вот тут вообще приправы дохерища. Ну так. Есть можно, не особо жжет. Я думаю, чуть поев эти чипсы, вот там уже начинается жопа реально. Уже начинает реально подгорать. Выход силы пока не особо так. Чё я сказал? Выход силы? Жжет, пока не особо. Не особо жжет. Либо же
Острота реально 4 огонька, это так еще. Есть как-то можно. Для любителей остренького 100% пойдет. Вообще без базара. Ну и сказать больше, в принципе, мне нечего. Чипсы для зубов, в принципе, более-менее приятные, не особо жесткие. И все, сказать нечего больше. Прикольная темка для любителей острова, во. Оценочка 5 из 5. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.